На встрече со студентами известный самарский режиссер-постановщик Роман Беленков рассказывает, как приехал из деревни в мегаполис, чтобы стать спортсменом. Но жизнь сложилась иначе. Молодой человек стал КВНщиком и ни разу об этом не пожалел. «Все решает случай», — говорит Роман. В одном из вузов ему предложили возглавить творческий коллектив. Чуть позже, после участия в многочисленных стендапах и стемах, Рома попал в высшую лигу КВН. Мне почему-то казалось, что мне надо идти работать со студентами. Я отработал 5 лет со студентами, занимаясь с ними творчеством разными направлениями, делая студвёсны и другие концерты. На выбор будущей профессии повлияло и знакомство с руководителем Самарской лиги КВН Сергеем Ларионовым, рассказывает Роман. Теперь он сам учит студентов азам творческой профессии. Среди них студентка физико-математического факультета Валерия Портнова. Не исключено, что техническую специальность девушка поменяет на творческую. Мне еще учиться 2,5 года. Считаю, у меня такой экватор был. Моя творческая деятельность также развивается. Я танцую, и куда я там через 2,5 года пойду, неизвестно. Заглядывать не буду. Федеральный проект «Диалог на равных» реализуется в Самарской области 3 года. За это время со студентами встречались люди разных профессий, от актеров до бизнесменов. В среднем в месяц мы проводим 2-3 встречи. За этот год мы проведем не менее 24 встреч и постараемся охватить большую часть студентов высших учебных учреждений. Чтобы встречи студентов с известными самарцами были интереснее, организаторы форумов проводят соцопросы. Они помогают определить нужных спикеров и понять, какие темы будут пользоваться спросом, после чего приглашают звезд к диалогу на равных. Работа по данному проекту продлится до 2022 года. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.